В Южном Казахстане участились случаи заражения конго-крымской геморрагической лихорадкой, поэтому ветеринары планируют провести обработку домашнего скота и хозяйственных построек от клещей, переносчиков инфекции. На эти цели выделено больше 400 миллионов тенге. 200 из них уже потрачено на закупку химикатов. В начале лета ветеринарные службы успели обработать около 1 миллиона голов крупного рогатого скота. Кроме того, лабораторным анализам подверглись 35 тысяч особей клеща. Опасный вирус выявили у 70 насекомых. Тревогу вызывает и тот факт, что в Южно-Казахстанской области диагноз конго-крымская геморрагическая лихорадка подтвердилась у 5 человек. Новый случай был выявлен накануне. Сейчас врачи осматривают людей, которые контактировали с больным.